Нет, увезти, конечно, можно. Бревна подложить, веревки, вороток сочинить. Да нет, можно увезти, конечно. А ну, ребята, давай по домам переодеваться, чтобы топоры, веревки, санки, все с собой было, ясно? До весны спрячем этот катер, а весной поплывем Валеркины птицы смотреть. Айда! Ребят, их Пламинго зовут! Розовое пламя! Начали! И раз! Раз! И раз! И пошел! И раз! Раз! И раз! И пошел! И раз! И раз! Раз! Ну нифига, как мертвый год! Ты че орешь? Вообще. Ну раз вообще, ты заткнись. Ну, еще раз! И раз! И раз! Передохнем. Не, ребят, ничего не получится. Сюда трактор нужен какой-нибудь. И лошадь, по крайней мере. Тогда сдвинем. А так... А что, Капка? У пешеных в огороде кляча стоит. Запряженный. Это тот гад, который на базаре мукой торгует. Так он тебе и дал. Так я у него и попросил. Ждите. Минут за 15 управлюсь. Ты что? Поймают, убьют. Пусть я сначала попробует, поймают. У меня детка на краном был. Что у каждого человека есть тайный запас сил. Никто даже и не знает, какой он на самом деле сильный. Только вот надо суметь их вытащить. А у всех он есть? Ну, откуда я знаю? У всех, наверное. Только вот у одного это в мускулах, у другого в воле, у третьего еще в чем-нибудь. Я вот давай на одну книжку читал. Там про одного грека. Герлакла. Ох, и здоровый был мужик. А как же их вытащить? Ну, наверное, надо подумать, что если мы этого не сделаем, то что-то страшное произойдет.